Экс, всем привет! С вами Виталий Кратос. Сегодня по майну у нас Дивайну. Второму. Мы на втором в данный момент. Будем потом на первом играть также. Только сначала на втором разовьемся полностью. Пойдем на первый. Вот. А сегодня поговорим о гриферстве. Нас пытались грифануть. Это первое. На стриме прям лайв, да, прикиньте. Поговорим насчет 5-6 таума. Ну и насчет оставания и контента канала. Погнали! Хе-хе, мы тут обустроились немного с боди, опять перенесли все ресурсы, мы замаялись, хотя все это заняло около минут 30, вот это вот все именно пещерка небольшая, углубление АФК-система небольшая тоже, плюс выход-вход на улицу показывать не буду, потому что еще я знаю, что может быть, порталик, естественно, ту дверь потом поставлю позже, но это не суть, давайте-ка перейдем, пожалуй, к гриферу, я, пожалуй, начну с шахты, потому что все у нас есть, осталась только шахта, ну и по сути все. Это я попозже переставлю. А шейдер пока что... Скорее всего, шейдером я буду пользоваться только тогда, когда буду снимать какие-то ролики. Вот. Но именно чтобы прям на стриме, скорее всего, нет. Типа, а смысл вот от них? Типа, для красоты, только если все. Короче, уберу эту хрень. Потом доделаю. Потом сделаю и доделаю. Правда, криво будет, но все равно. Попозже. Давайте начнем с того, то что помните игроков Фараона и Конора, но насчет Конора не знаю, но хз, потому что информация не стопроцентная, скорее всего 50 на 50, но уже она стала явной, то бишь. Давайте начнем с самого начала. Есть полно видосиков, прямо очень много, и стримов тоже, они остались, где мы с Конором, Фараоном и остальными... Остальной компашкой развивались. Там еще было парочку народу. Был Андрюха, был еще какой-то пот. Я забыл его ник, но не суть важно. Он с нами еще на Magic ходил, он донатил еще там, Supreme купил. Я не помню точно его ник, мне в скайпе постоянно писал, я бомбил за это, потому что мне сообщения постоянно, уведомления приходили от него. Но, опять же, не суть. А суть в том, то что первый раз, когда мы развивались, то есть мы вот... Я стримы делал постоянно, вот прям каждый день, там, день до дня, стрим и так далее. По Дивайну, вроде как, второму и первому. Не, вроде второму, по большей части, мы там играли. На первом мы так вот, ну, бежали, суетились, там, взяли вещички и валили домой. Вот, жил у нас около 7, наверное, 8 человек. В принципе, я всех знал, поэтому, как бы, не ощущал так-то гриферства какого-то. То бишь, поначалу все было отлично, как бы развивались нормально. Потом пришли вроде как они, мы их добавили приват, ну я добавил приват. Конор мне еще с Side MC давал там ресурсы всякие, то есть подарочки на конкурс один, который я вроде бы как сделал. И вроде бы, я не помню, уже сделал его или закончил, я не помню. Это давно было на самом деле, поэтому сказать не могу точно. Могу врать, да, такой человек. Вот, но не суть. В общем-то, я добавил Фараона, я как бы генов знал давно, поэтому я его добавил, как бы, но ощущал, как бы, немного присутствие такого гриферства. Типа, то, что они могут загриферить. Потом, через какое-то время, как бы, мы очень сильно возрослись в ресурсах и в высотах. Было дофига селески, халиты и так далее. Ну, естественно, дропа очень полно было. Тогда еще, вроде бы, я поудалял несколько людей, нас пытались грифануть, рядом по... Строились несколько людей и пытались нас убить. Тогда вроде бы все как отлично шло, но потом типа Конор появлялся, так исчезал. Ну знаете, типа вот появлялся на сервере, потом резко уходил куда-то и пропадал где-то на неделями. И хз где он был. Потом убивал наших плюс в клане. Это тоже как бы не особо было хорошо. Мы сейчас будем играть как бы... Да, почему бы нет. Макросы, посмотрим на макросы, потому что, скорее всего, я их установлю попозже, но... Потому что тут нету людей, допустим, которые могут повыебываться без макросов, да? Я постоянно играл без макросов, я не выебывался и убивал людей каких-либо. То есть были моменты, и были видны также у людей не макросы. Может быть, макросы, но и читы тоже как бы были. Те же кликеры. Читы, кликеры и так далее. Там есть подсадний читер, но я палить не собираюсь, потому что вроде как он норм. Не буду говорить ник. Неважно. Стрим я прошлый сохранил, не удалял. Возможно, сейчас покажу вам отрывок, где он пытался нас гриферить, то есть генов. Он типа показывал. Я типа, ну, по типу УФК встал я и смотрел, что он хочет сделать. Он же не мог говорить тогда, он был в ДС с нами.
Вот. В этот момент, типа, я увидел то, что он пытается, ну, мечом по мне тыкает, типа, убей его, помоги мне убить или что-то такое. Вот. При этом, типа, я понимал то, что он сейчас меня пытается убить и, типа, Насос. начинал что-то предпринимать. Выключил демку, Правда? пытался удалить его с привата. При Капец. этом Катька там веселился, она не понимала, что это. Что ты хочешь? Иногда все равно я копаю по два блока, вот это Хотим. все равно. Типа, я понимал, что уже Может, происходит гриферство очередное. мы Я ничего не пытался делали? скорее всего скрыться, убить его. Естественно, Конор что-то странно залагал, там, не Было, знаю, было. что у него там было. Неважно. Короче, Геннефа я убил, слил. При Ответственно. этом Конор стоял, тоже ни хера не делал. Ну, я не знаю, что они пытались сделать, но Геннеф пытался меня загриферить. То есть, скорее всего, они как бы заодно, это понятно, и вот как бы такое. Не особо. Такие хорошие люди. Это фараон, вроде One Love, что-то, Life, что-то такое. Не помню Нет. точно уже никого. Братство. Вот. Два игрока, которые нас пытались грифануть на этом вайпе, но у них не получилось. Типа, мы их спалили. Какой человек спалил их, я говорить не буду. Тоже спасибо ему за информацию. Однако она стала, походу, явной. Типа, он написал то, что они сидели и гриферили нас и наш дом. То Да. есть, ты здесь ресурсы. Потом Боди ко мне пришел такой, сказал то, что он сидел. Ну, он зашел майн такой, и Нет, фараон, ой, этот понятно. Конор уже Абсолютно. сидел там и Да перебирал ладно, не ломай ничего, я ресурсы в вещи. сундуках. То есть, ну, Ну, понятное дело, уже было то, что он отмерим. спалился. Добавьте Но грифер ее. что-то такое. А зачем? Это еще такое, не особо. Кстати, это был первый гриф, на самом деле, который произошел у нас на этом сервере. Да, больше как бы не было. Большая такая шахта. Кстати, по привычке вроде бы... Блядь. Ты не ожидал этого. Пожалуй, так и оставлю. Я же в Амазонке, да? Да. Хера как к нам приблизилось. Короче, еще тут хак появился, чувак. 50 на 50 тоже. Я не знаю, как грифер и не грифер. Я без понятия. То есть, ну как грифер? Он вещички дает, он очень помогает. Спасибо большое, конечно, но не в этом дело. Вроде как, мне писали тоже. Мне Фредди вроде как написал, или кто-то еще, я не помню точно ник. То, что он берет и тэпает их к нам. То бишь, всем людям, которые живут с нами, а то есть это Кичунес, Катя, Боди, не тэпайте никого вообще. Даже если они хотят дать вещи, тэпайте их на спаун. Ну еще там, наверное, народ придет, какой-то Назар придет и... Ну посмотрим, короче, я не знаю, кто точно, но люди придут еще к нам попехаться хотя бы, как минимум. Плюс клан будет у нас, клан будет создаваться. Я не помню, что точно там надо для клана. Блин, зря скинул ступеньки. А, это дофига булыги, все равно смысл. Для клана вроде как надо бабло какое-то, которого у нас сейчас нету, мы бомжи, естественно. Вайп был около месяца, может быть, два назад, я не знаю, опять же. Но это было давненько. Да, такое, не особо. Сейчас, скорее всего, мы будем, друзья, только знакомых брать. Тарзан, сори, но с нами жить нельзя и рядом тоже. Не знаю почему, просто какое-то доверие, знаешь, такое мутное у тебя. Ну, у меня к тебе. Сори, но вот так. Как бы да. Клан можно, но именно жить с нами нет. Я что-то помню, что-то такое где-то накосячил жестко, я тебя не хотел принимать из-за этого. Но потом я что-то вроде как-то все, как бы все норм стал, но сори, но как-то нет. Все равно как-то нет. Да. Клан будет, можете заходить, как бы призик будет, кто хочет там, будет координаты написаны, можете прийти и забрать подарочек, который там будет лежать. Хотя смысл, могу сейчас прямо сейчас это сделать. Только лол, как я спущусь сюда? А, эндер, норм. Вот никто. Я вот сейчас около, сколько сейчас время? Час ночи. Если мы в час ночи, специально, чтобы людей не было, это раз. И чтобы я смог нормально заснять, это два. И чтобы мне никто не мешал, это три. Да, у меня все получается. Водичка, иди в рот. Это мой сундук. Я не знаю, что положить. Вот можно просто халитку положить. Окей, она без зачара, поэтому... Да. Данит, Реалмит. Есть разница? 42, 51, 17. Такое небольшая. Плюс заговор могу. Как бы да. Ну и масик вот этот. Вот, как я не знаю. Сундучело. Так, вот это. Наспавом. Где наспавом? Вот прям все при вас сделаю. Там пролистать, если кому не терпится взять вот это вот все добро. Ну вот. Вот сюда вот. Ну, вот здесь вот будет находиться у нас, допустим, сундучело.
Вот прям рядом. Вот видите, да, координаты можете записать, там, не знаю, что хотите, сделайте. Сундучело с этими ресами. Давай это тоже, пофиг. Плюс там вот это вот, ну, копеечки такие, кстати, вот я возьму. Вот, что-то такое будет там лежать. Хотите забирать, хотите нет, как бы на ваше усмотрение, не на мое. Писюны, полуписюн. Ладно, все, хома. Я лагаю тут немножечко. Потому что я, походу, шейдеры не те поставил. Но все равно, пусть будут. Как бы 40 ппс не страшно. Иди сюда. Так, ведро воды. Ничего не туды. Хапку дров. Кстати, насчет... Ага. Ладно, не умереть. Отлично. Насчет удочки, я не знаю, опять же. То есть, я спрашивал модеров, они как-то игнорят. Я хотел бы гайд запилить по Невермайну, но как-то они им все равно. И, кстати, Рома, насчет гайдов. Гайды всегда актуальны. Видишь, допустим, у меня сейчас самое актуальное видео, которое смотрит и вообще есть, это про матрицу. Там 40 или 50 тысяч просмотров. Алло, дядь, гайды не актуальны? Чего-то я не вижу. Может быть, сейчас они не актуальны, но их потом просматривать будут на 100%. Как бы это по своему опыту я уже вижу. Прикол, тут уже были. Ладно, все равно как-то. А, вот. Еще насчет гайда по тауму 5 и 6. Скорее всего, я буду его записывать. Сначала изучу, потом запишу. Плюс гайды будут еще по Blood Magic и вечере. То есть именно видосиками. Кому кто-то. Вот просили меня раньше. Просто сейчас я как-то перестал майн снимать и вообще играть в него. Ну, я уже говорил причину, почему так произошло, и да, не особо интересно было вам тогда, может быть. Но видосики все равно актуальны, потому что канал именно по майну, и я, скорее всего, не перестану его снимать, ибо у меня просто не останется выбора. Если я перестану его снимать, то просто, скорее всего, видосики опустятся, просмотров не будет, люди уйдут, отпишутся, и смысл от канала только продать. Ну и все на этом. Как бы продать я могу легко, как бы мне людей дохерна писал насчет продажи. И не то чтобы боты какие-то там. Типа это можно заметить, как бы пообщаться, посмотреть на человека, сколько у него аккаунт существует и сколько ему осталось. То есть просто прождать около, не знаю, месяца или недельки и посмотреть, аккаунт не удалился или удалился. Если удалился, то понятно, это бот, и ты ему не будешь писать. Если нет, то как бы напишешь. А людей-то у меня около 8, наверное, кто писал мне, как минимум, за 2 месяца, потому что канал был не актуальный. Как бы, сами понимаете, я могу его спокойно продать, но я это не делаю. Вопрос, почему? Потому что я все еще надеюсь на YouTube, то, что он будет как-то приносить мне прибыль. Потому что все мы живем, все мы радуемся жизни, но я живу в России, вы понимаете, каково это мне, да? Россия, матушка, а? Я, конечно, не патриот и не буду ничего про этого говорить, так что все может быть. А, кстати, я еще прокачал навыки, тут так немножко. На первое время нужно плюс одно здоровье. Вы сами знаете, как оно тащит на первое время в особенности. Плюс ко второму. Плюс там 2 хп в секунду. Это да. Но смотри, сейчас такая тактика PvP. Типа, что это? Сейчас я прокачиваю плюс 2 здоровья. Вот так вот, чисто человек против человека, да? Игрок против игрока. Либо у меня плюс 2 здоровья. И я просто мочу, как угорелый паца этого. С не знаю каким мечом. Просто, допустим, амазонка и мекиум, да? Вот, чисто дефолт. Вот, допустим, так. Либо же чел играет с макросами, который хилит вот там за секунду 20 хп, да? Ну, это даже читы, можно сказать. Я не знаю, что за макросы, что за читы, но вроде как макросы должны быть. Читы вроде-то как по-другому действуют. Но все равно, там есть разные читы. Но не суть важна тоже. Либо под с макросами, где он хилится раз до хера секунд, и он может тупо ставить силу себе. Это макросы. Либо же он ставит себе хил, x2, допустим, да? Тоже хил 50 на 50 тащит, когда как. Не всегда, опять же. То, что тестили мы уже это на прошлом вайпе. Сейчас я не знаю, сейчас мечи разные, поэтому хз. Силу пофиксили, все фиксили. Я смотрел там группу, так прочекал малость. И сказали то, что много чего пофиксили, поэтому стоит это все учитывать. Надо тестить, опять же. Тестить и так далее. Также у нас будет своя компашка на счет Sky'а, если вам это интересно. Skyblock у нас будет на сервере приватном, я это говорил уже, наверное. Но все равно, знаете, я кушать хочу. Час ночи. Как это похоже на меня. Возьму какой-нибудь бутик, багет или что такое. Я дрожу просто весь уже полностью. Ел, наверное, с утра.
Да, утра, скорее всего. Но, опять же, не суть важна. Сколько много я раз и буду это еще говорить, я не знаю. Заряд, ребят, но пока что информативные ролики. Мне нужно набраться больше опыта насчет роликов и снимать что-то годное. ЛП годное, но, опять же, их смотрят, потому что я много что разговариваю и говорю. Да, не особо это всем интересно. Я могу сделать по-другому. Я могу просто записать какой-то ролик, где мы, допустим, босса материмся и при этом рассказываю что-то интересное тоже. Многие любят меня посмотреть чисто из-за того, что я что-то разговариваю, что-то постоянно. Сейчас херню какую-то несу, да? Ну, ночь, это нормально. Я еще гайды ночью снимаю. Вот это такая... Просто это такой позор, когда я гайды ночью снимаю. Мне сам потом на утро стыдно становится. Это реально, это пиздец. Я не хочу об этом говорить на самом деле, просто... А, да, такое. Гайды. Гайды, Blood Magic, Witcher, я это все уже говорил. Я просто сдам в Т-лаунчере отдельный сервак для себя, одиночку. Там буду просто сначала тестить, потом, естественно, зубрить. И, возможно, буду какие-то фичи рассказывать про Таум и так далее. Что нового, что важно и так далее. Но не факт. Также насчет новых модов я тоже думаю гайды начать снимать. Потому что гайды сейчас очень актуальны. Любые, в особенности из любых модов. То есть, скорее всего, я, возможно, этим займусь. Приду домой, изучу мод, сделаю гайд, и все, буду шиковать. Также буду играть на диване, втором и мэджике. Но мэджик пока что нет, потому что мы там не сидим. Плюс надо конфу звать, чтобы они тоже сидели и играли с нами вместе, поэтому это такое. А там Серега конфа, она серьезная по типу, но мне как-то все равно. Насчет мэджика пока что простопились, насчет дивайна мы будем на диване втором развиваться довольно-таки часто, возможно, да. Заходите в Discord, конфу, группу ВК, как бы, да. Конфа ВК тоже она есть, она существует, прикиньте, да. Все еще актуально. Следом там заходить, посетить, посмотреть, что как там. Там много всего обсуждаем, каждый день общаемся просто, знакомимся и так далее. Много чего интересного, также я тут скидываю стримы. Ну так, время от времени, когда стримы делал. Вот ласту будет, у нас стримчанский тоже. Контент никуда не уехал, то есть я буду по КС, прохождение игр, страшилок в основном. Ну, с вебкой, естественно, и вот. Прохождение обычных игрушек я пока что не буду делать. По типу Ведьмака я буду так в одиночку проходить его и чекать, что там да как. Типа для себя. Да, такое. Типа вот эти вот видосики для себя, которые я делал, они как-то не особо. Вообще канал, если я начну сейчас ролик продолжать, то это затянется на минут 30, а хотя уже затянулся на 20, да? Вот. Насчет создания канала, да? Угу. Все ролики, которые были сняты изначально, они были удалены. Это нормально, это не только я делал. В самом начале я говорил, что я не удалю ролик, но потом что-то пошло не так, я психанул и удалил. Это норма, привыкайте. Все так делали. Я делал ролики, потому что я этого хотел. Сейчас же я этого не особо хочу, но как бы... Не то, чтобы мне не остается выбора, как бы я 50 на 50. То есть и хочу, и как бы надо. Да. И как бы не против. Насчет майна. Что за... А нет, где-то блок, да? ПКМ нажимаем, нихера. Ясно. Бывает такое. Плюс 20-32 левел мне нужен, да, чтобы... Какого-то там числа, вроде 8-го, 16-го, 24-го, плюс 8 чисел каждый раз обновляется... Миры у нас. Я очень хорошо покачался у Хака, спасибо большое, опять же, что мне дал мне качалку. Плюс тут народ дофига на самом деле играет. И вот, Hell Glow, вот этот вот тоже очень часто здесь сидит. Но, опять же, до свидос. Ребят, всем спасибо, что смотрели, смотрите меня, продолжайте смотреть, кто активен постоянно у меня в комментариях. И пишите что угодно, как бы, я читаю все. Даже если не отвечаю, я читаю все равно. Спасибо. Знаете, все, ребят, всем пока, с вами был Виталя, до свидос, до следующего видосика, пока!